100 лет исполнилось Первомайскому стекольному заводу Смоленской области. Он был основан в 1879 году. Но чаще вспоминают здесь год 1948, когда пошла первая послевоенная продукция. Ведь завод пришлось строить заново. Сначала варили простое бутылочное стекло, потом освоили выпуск посуды. С 1951 года трудится здесь Виктор Васильевич Нахаев, выдувальщик высшего разряда, наставник молодежи. В 1958 году пришла на завод Анастасия Ивановна Борисенкова. Тут все работают по много лет, а значит, и мастерством владеют основательно. Посуда Первомайского завода не залеживается в магазинах. Уникальные изделия мастеров Смоленщины не раз отмечались на международных выставках.